Саженцы ДЦА и гибридный пинг-помпом дюкзия X-хибрида, вечнозеленый высокорослый кустарник, образующий изящные, обильные долго цветущие живые изгороди или отдельно растущие зеленые скульптуры. Преимущество этого красивого растения в том, что оно не капризно, засухоустойчиво, малотребовательно к почвам, устойчиво к вредителям и легко размножается. ДЦА гибридная пинг-помпом – уникальное растение с очень красивыми махровыми цветками. Кустарник прост в выращивании, удачно вписывается в любой ландшафтный дизайн в качестве солитеров на клумбах или в групповой посадке. ДЦА гибридная пинг-помпом – это многолетнее растение высотой 20-30 см. ДЦА прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола ДЦА гибридная пинг-помпом можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает ДЦА гибридная пинг-помпом в месяц май, июнь. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме узколанцетный. Обратите внимание, что ДЦА гибридная пинг-помпом – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.